Несмотря на холодную погоду, словно на плацу, возле дома ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костикина вновь выстроились военнослужащие и юноармейцы. Поздравить ветерана лично для каждого из них – миссия самая важная и почетная. Ключевое событие предпраздничного дня. Парад возле дома Владимира Герасимовича для ковылкинцев стал уже доброй традицией. Поблагодарить Творца Победы желающих много всегда. Примите сердечное поздравление с Днем Победы. Низкий поклон вам за все, что вы все сделали для нас, для страны и для всего мира. День Победы стал символом несгибаемой воли, мужества нашего народа. Советские люди выстояли в годы войны на Курской дуге и Петербурге, в голодном Ленинграде и Огненском Ленинграде. Смогли переломить ход войны и разгромить фашизм. Не обошлось и без творческих номеров, чтение стихотворений, военный вальс и, конечно, главная песня Великого Дня Победы. Героев на ковылкинской земле немало. В преддверии праздника вниманием и заботой окружен каждый. Цветы, подарок и, конечно, слова благодарности ветерану Александру Аниськину глава района Игорь Бутяйкин и межрегиональный прокурор Михаил Бирюков также адресовали лично. Праздник пришел в каждый дом. В местном доме-интернате для престарелых и инвалидов для подопечных провели праздничный концерт. Звучали слова поздравления, знакомые и любимые музыкальные композиции. Праздника. Я думаю, поздравить всех ветеранов с праздником, пожелать им здоровья, благополучия, мира, добра и, самое главное, еще раз здоровья. Символично и торжественно в преддверии праздника пополнились ряды кадетов. Их в Ковылкинском районе стало на 20 человек больше. Торжественное посвящение прошло для пятиклассников первой гимназии. Они еще совсем юны, но уже гордо носят звание верных сынов отчизны. Слова напутствия юным патриотам адресовал глава района. Уважаемые кадеты, вы сегодня обещали хорошо учиться, всесторонне развиваться. Вы будущие защитники нашей Родины. Я бы хотел, чтобы вы всегда ваши дела и поступки соответствовали этой клятве. Добрый путь. Дарья Баронина, Максим Бикеев, Народные новости, Ковылкинский район.